Друзья, всем большой привет! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный, нежный, праздничный десерт. Быстрее записывайте рецепт! Итак, готовим бисквит. На бисквите много времени не буду останавливаться. Рецепт бисквита можно найти по ссылке внизу под видео. Это такой же бисквит, который я делала на торт «Норка крота». Бисквит универсальный, шоколадный, получается мокрый, вкусный, поэтому можно его использовать в разных, скажем так, десертах, в разных тортах. И сразу добавляю сухие. Все перемешиваем и отправляем запекаться. Кстати, все, кто пробовал торт «Норка крота», все в полном восторге. Это очень вкусно. Кроме банана, можно сделать норку крота с клубникой или малиной. Так что пробуйте, готовьте. Можно запекать корж в обычной круглой форме, но я буду запекать его так на противень, он намного быстрее просто запечется. Вот и все. Для крема возьмем сливки 30% и выше. У меня 33%. И буду все взбивать. Взбили наши сливки. Можно не обязательно такие густые делать, можно менее, скажем так. И добавляем вареную сгущенку. Смотрите, тут на трайфлах можно готовить кто как любит. Можно со сгущенным молоком, можно сделать сливочным сыром. Но у нас, так как будет они с черносливом и орешками, то сгущенное такое, сгущенным молоком крем будет самый подходящий. Даша говорила, что сгущенное молоко всегда варю дома. Так оно получается намного вкуснее. И можно контролировать степень, вот, как карамель, или можно сделать ее более темную. Так, смотрите, наш корж готов. Запекался он у меня 20 минут. Я прям вот так вот беру его, здесь ломаю и насыпаю на одну тарелочку. Можно взять тарелочки, как у меня, вот такие пиалочки. Можно взять вот такие формы. Тут кому как нравится. Корж достаточно мокрый получается, то есть дополнительно его пропитывать молоком или сиропом нет необходимости. Он вкусный сам по себе. Сейчас покажу, вот такой мокрый, рыхлый. Вообще бесподобный бисквит. Как обычно, в трайфлах делают один слой бисквита, один слой крема и так далее. Я буду делать по два слоя. Так будет намного вкуснее. Делаю крем. Потом сверху еще один слой бисквита и крема. В качестве начинки добавлю фундук. У меня домашний, прям такие большие куски. И чернослив. Чернослив с шоколадом, с орехом. Очень вкусно. И теперь сверху второй слой уже нашего бисквита. И снова крема будет. Теперь сверху добавляем опять уже прям вот так тщательно крем. Из данного количества ингредиентов получается 10-12 таких порций. Достаточно много. Если вы ждете гостей, хорошо. Если нет, можно приготовить вот так вот в садочке. Будет очень вкусно и так, и так. И, конечно же, отправим в холодильник для того, чтобы наш десерт хорошо застыл. Трайфлы – это такие классные десерты, где всегда можно экспериментировать с вкусами, с продуктами и приготовить то, что вам нравится. Вместо чернослива отлично сюда подойдет клубничка. Украшаем трайфлы на свое усмотрение. Можно посыпать просто какао, кокосовой стружкой, печенюшками, орешками. Можно измельчить орешки, посыпать орешки. Тут кто как любит. Трайфл получается очень вкусный и очень-очень нежный. Поэтому порадуйте себя, радуйте своих гостей и всем счастливых праздников. Всем до новых встреч. Пока-пока.